на дороге вода. Ну так, в общем-то, хорошая дорога в Порско-Корей. Я бы сказал, там даже очень неплохая. Единственное, неудобно, конечно, на буханке ехать. Много ямок вот таких вот. Не разгонишься. База длинная. В багажнике все трястись начинает. Так, о, красота какая. Слева копи какие-то. В всяком случае, я там гранат находил. Вау, вот нельзя разгоняться. Шма. Насквозь уже промок, не дает дождь работать. Хорошая копия. Инцитрин и кварц, все в одной копии. Какие-то мизерные кармашки достал, но это так, игрушки. Дорогу пересекает. Скажу, посмотрю. Длинная нет, ни разу нет. О, вкусненько. Да, далеко идет, а тут что, рядом еще яма какая-то. Тоже что-то брали. Ух ты, как тут все серьезно. Опа. Можно, конечно, и залезть, но со змеями встречаться не хочется. Костяничка.
И тяну за капушки. Что-то не нравится мне эти разворошенные пеньки. Это уже второй. Надо ближе, наверное, машине держаться. Набрал-то по мелочам. Вот. Гранатики. Ну, конечно, в отвале копаться я уж собрался, дождь кончился. Как не покопаться? Ну, вот так вот собираешь всякое. Однако. Осколки. Вот так. Ничего интересного. Ну вот, попадают там небольшие такие кристаллики. Смотри. Вот тут симпатичный цитринчик. Есть темный. И светлый, как этот. Как домой ехать, так солнышко выглянуло. Thank you.